Итак, всем доброго времени суток. И у нас сегодня серьезная посылочка. Не сайта всяких китайских, а с нашего украинского сайта. Сайта Виолити. Сайт для коллекционеров. Так как вы знаете, я есть немножко коллекционер. И решил себе заказать посылочку. Пришла она у нас по Укрпочте из Харьковской области. Так, ну и смотрим, что же нам здесь прислал наш товарищ. Я так думаю, что тоже коллекционер. И снимаем мы сейчас это. Так, запаковал очень хорошо. Скотча не пожалел. Да что ему? Как говорится, респект и уважуха. Так, ну и что? Надеемся, здесь самое интересное. Так, и вот наши боны. Наши боны. Так, здесь у нас отдельненько такие вот СССРовские денежки. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Так, вот таких вот, вспомним ностальгию, таких вот 100 рубликов. На то время бешеные денежки. Так, и правда, походу были где-то наклеены. Так, следующие вот такие вот. Не в сильно таком хорошем качестве. Ну, для моей коллекции, как говорится, пойдет. Так, 10 рубликов. Сто, 25 рубликов. Так, и так званые червонцы, то есть 10 рублей. Так, это, по-моему, у нас это вот нового такого образца, это более старого образца червонцы. Какие у нас здесь года? Так, тут у нас 1991 год. Здесь у нас 1961 год. Так, ну и так мы побыстречку посмотрим, что же здесь у нас есть. Так, 10, 10, 10, 5 рублей. И вот пятерочки. Трошки. Не все, конечно, есть такие, что не в очень хорошем состоянии. Так, однорублевки. Однорублевки. Я так понял, одно старого образца, один нового. Все, да? Нет, это не все одинаковые. Так, ну вот такие вот у нас русские рублики. СССРовские, можно так даже сказать. СССРовские рублики. Так, складываем аккуратненько и отвяжем. Смотрим следующий пакетик. Так, у нас следующий здесь украинская валюта. Тут наша родная. Так, 1 гривен. 2 гривен. Ух ты, ничего такого особенного. Вот валюта украинская у нас здесь есть, по-моему, не старого образца, это у нас более новее идет. Так, что дальше у нас здесь есть? Здесь у нас есть купоны украинские, купоны. Так, 200 тысяч, 200, 100,
10, 5, 1000, 200, 10 купонов, 3 купона и 1 купон. Такая вот небольшая у нас коллекция купонов. Ложим пакетик. Смотрим дальше, что у нас здесь идет. Дальше у нас идет вот такие вот демочка. Так, открываем. Открываем. Так, насколько я не ошибаюсь, это у нас белорусские. Что? Куда-то их назвали зубренок. Так, смотрим дальше. Это у нас уже. Это у нас, по-моему, тенге. Да. Один друг. Так, молдавские. Один. Лия. Пять молдавские. Так, бан польский. Тоже такие вот. 1000 злотых. И опять повторяется. 500 злотых. 100 злотых. 100, 100, 100, 100, я так уже буду побыстречку, 100 злотых, 1000, 100, так, это у нас что, 100 рублей каких, банк из Тылудлика, Беларусь, 100 белорусских и 50 белорусских, Республика Беларусь. Вот такие вот 20. То есть вот у меня в коллекции лежать. Так, это мы запаковываем. Так, что же у нас дальше? Смотрим следующий пачечку. Вот снизу самое интересное. Так, посмотрим, что же у нас здесь. У нас российские рубли. И не только так вижу. Так, у нас здесь 1000 рублей. Банк Россия. Это третий год. 1000 рублей. Это у нас 5 рублей. 5000. Они старые, наверное, 95-го года, наверное, вышли с обращения. Можно скупить тут много. 500 рублей. Сколько их здесь? Ух ты. Это у кого-то лежала заначка. Что себе пачка денег. 500 рублей. Какого они года хотят? У него на 93-го года. Такая вот пака денег. Так, это у нас 200 рублей. Так, 100 рублей. 93-го года. Снова 200 рублей. Так. Вот здесь-то, в принципе, ничего такого интересного в этих бонах. Самое интересное здесь вот. Как для меня, не знаю, как для кого. Здесь у нас царизм должен быть снизу. Вот это самый, как говорится, вишенка. Аккуратненько достаем. И каждую будем рассматривать по отдельности. Так, вот это все дело прикроем. Так, что же у нас здесь? У нас здесь облигации на сумму 10 рублей. Так, и еще одна облигация на сумму 25 рублей. Так, такая вот бумага.
1 рубль. 1898 год. Так, водяные знаки просвечиваются, но мы оригинал. Так, еще один рубчик. 1898 года. Царский с гербом. Очень мне это нравится. Так, и рубля. 1905 год. Прикольная такая вот. Неповрежденная все. 1905 год. 3 рубля. Такие вот у нас прекрасные боны. Это год один же. Ничего. Я думаю, вот эти одинаковые их продам. Или оставлю себе в коллекции. Пусть будет. Так, 5 рублей. Состояние бонус просто шикарный. Он продает точки планеты с ним. Все равно. Как для меня 1909 год. Видите? Так, следующий бон. 10 рублей. Год у нас 1909. Еще один 10 рублей, то есть тоже 10 рублей, но это уже более таким утратами, с бутырочкой. 109 год, еще 10 рублей, 109 год, и последний наш бон, тоже 10 рублей, 109 год. Так. Вот такая вот у нас посылочка с сайта Виолити. Мне очень понравилось. Такие вещи люблю. Ну, всем спасибо за внимание. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале в YouTube. Ставьте лайки, подписываемся, будьте. Еще много интересного для коллекционеров и для любителей посылок с сайта AliExpress. Всем пока!